1 березня світ відзначає День боротьби із наркоманією та наркобізнесом. У Запорізькій області більше 800 осіб стоять на обліку та лікуються від залежності. І це тільки офіційні дані, кажуть соціальні працівники. Наші журналісти завітали до одного з центрів реабілітації, де підтримують наркозалежних людей. Більше про роботу закладу розповість Євгенія Вертій. У цих кімнатах соціальні працівники консультують людей, яким потрібна допомога. Більше 11 років організація займається допомогою ВІЛ-інфікованим. З 2005-го тут надають допомогу і наркозалежним. Керівник благодійного фонду Ігор Литвин розповідає, кожен може звернутися за підтримкою. Потрібно лише стати у чергу та отримати дозвіл від нарколога. Тут пацієнти отримують замісну терапію. Ця терапія, вона блокирует потом эти опиаты. То есть человек принимает заместительную поддерживающую терапию. И если он будет употреблять уличные наркотики, опиаты, они просто ничего не происходит. Но они сразу блокируются, то есть рецепторы, и вообще человек ничего не ощущает. У кожного пацієнта своя програма лікування. Її підбирають відповідно до проблеми, з якою приходить людина. Олег почав приймати наркотики у 16. Це 20 років залежності, 13 з них чоловік був у в'язниці. Втратив роботу, почались постійні сварки вдома. 3 роки тому він вирішив почати нове життя та звернувся до організації. Зараз вже 1,5 року не вживає наркотиків і повернувся до нормального життя. Знайшов роботу та дівчину. Я не бігу, з утра не просипаюся в вагоні, що у мене мозги не працюють, куди мені побіжати, колоться, або це. Я встав з утра, попив чай і поїхав на роботу. По крайній мірі, я, чесно сказати, я доволен. По крайній мірі, цим результатом на даний момент, що у мене є. В організації кажуть, допомогу тут може отримати кожен, хто її потребує. Звертатися можна за адресою вулиця Рекордна, 26, кабінет 307. Євгенія Вертій, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. Повертаємося в студію «Акцентів» і я рада вітати Павла Федька, кейс-менеджера Запорізького обласного відділення мережі «Нетворк 100% життя». З ним поговоримо про проблеми наркозалежних у нашому місті. Вітаю вас, Павле. Добрий вечір. Розкажіть трохи про вашу організацію, у чому полягає її місія і коли вона була створена, власне? Організація була створена в грудні 2005 року. Но фактически начала работать чуть-чуть ранее с инициативной группы. То есть собралась группа людей, единомышленников, с одной проблемой. Сели, обсудили, и вот с этого пошел, так сказать, первые шаги нашей организации. В организации получается миссия такова. Люди, живущие с ВИЧ, затронутые эпидемией, должны... У них одна, извините, я просто первый раз на телевидении. Раз, ничего страшного. Поэтому, то бишь, люди, живущие с ВИЧ, объединенные, объединяются единомышленниками с активной жизненной позицией тех, кого коснулась эпидемия ВИЧ-СПИДа. И всего лишь у них право на осуществление просят как бы помощи. И всего лишь 3 основных моментов – это право на жизнь, право на поддержку и право на самореализацию. То бишь, чтобы этих людей воспринимал социум, воспринимали мы, не боялись, относились к ним как равны к равному. В принципе, они такие же люди и ничем от нас не отличаются. А щодо наркозалежних, ви опікуєтесь саме цими людьми. Розкажіть про напрямок вашої діяльності. Я работаю на сайте заместительной терапии 3-й год. На данный момент у нас в области 262 человека. У нас 5 сайтов находится. 3 из них находятся в городе Запорожье. Все они находятся на базе медицинских учреждений, такие как Запорожский областной наркодиспансер, Запорожский областной противотуберкулезный диспансер и центр СПИД. И 2 сайта находятся, один в Мелитополе и один в Бердянске. Смысл программы таков. Человек, у которого есть проблема, приходит к нам, обращается, его осматривает доктор-нарколог, делает свое заключение. Потом ему подбирается индивидуальная дозировка, чтобы вы понимали, у каждого человека все по-разному, каждый индивидуален. И в этом и смысл, что каждый человек для нас есть личность. И к нему идет индивидуальный подход. Начиная от дозировки, заканчивая медико-социальным сопровождением, то бишь то, чем занимается наша организация. Если у человека, не дай Боже, есть проблемы с документами,
Есть проблемы со стигмой, с дискриминацией. Вы сами понимаете, что к наркозависимым людям, ну, так сложилось. У суспільства не дуже позитивне відношення. Да, не дуже позитивне. А человек, который стал на путь исправления, он начинает жить другой жизнью. И в этот момент, если его не поддержать, это как он бьется головой об стенку. Понимаю, что сколько я не бьюсь, оно больно, 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 больно. В конце концов, он опускает руки и возвращается до старых звучек. Да, до старых звучек. Вот в этот момент именно и есть смысл нашей организации. Начиная, я же повторюсь, от документов, заканчивая медицинским учреждением, сопровождением в любую больницу, любыми анализами. То бишь, ну, грубо говоря, мы для них как родители. Вот они пришли, у нас есть проблема. Без разницы какая. Личного плана есть психолог. Медицинского плана есть врач. Власне, ви працюєте як соціальні працівники, чи у центрі є якісь власне фахівці? Ні, психологи, лікарі? Фахівці, звісно. У нас є на базі іменно нашого відділення є порядка три психолога. У нас є багато соціальних працівників. У нас є врач-інфекціоніст, фтизіатр, врач-нарколог і я якийсь менеджер. А кто финансирует вашу организацию? На данный момент нас финансирует Альянс, глобальный фонд, то бишь все с поддержкой Запада. Международная организация, международная, да. Угу. Сейчас вот уже государство вроде бы берет на себя ответственность. В принципе, это копеечное дело. Если посчитать те расходы, которые, грубо говоря, приносит наркозависимый человек, то бишь это и кражи, это потом и судебные системы, это и заключения, это все деньги. А стоимость препарата копеечная. Если правительство и наши мужевладцы, так говорится, подойдут к этой проблеме, поймут ее, взвесят все за и все против, то ее можно будет вырешить. Да, ее, не то, что ее нужно вырешить. Во-первых, я вам скажу просто, как я наблюдаю, человек, стоящий на программе заместительной терапии, у него даже нет мысли употребить нелегальный наркотик. У него мысли работать, то бишь, это равносильно, как человек больной сахарным диабетом. Он пришел в больницу, сделал свою инъекцию, опять же, у каждого индивидуальная дозировочка. Все, он выходит, он спокоен, он свободен. У него есть возможность работать, создавать семью, учиться. И поверьте мне, со 143 моих клиентов, пациентов, я вам скажу, ну, мизерный процент, у кого что-то не получается. Допустим, Запорожская область по всей Украине, мы лидируем по показателям, таких как, к примеру, ну, те, кто знает заместительную терапию, они меня поймут, домашний стационар, самостоятельный прием. То бишь, человек, который длительное время, на протяжении полугода, систематически приходит к врачу, показывает своим личным примером, что он к чему-то стремится, врач на это смотрит. Есть определенные документы, что он трудоустроен. Кстати, трудоустраиваем тоже наша организация, помогает в этом благодаря центру занятости, вакансий. Уйма, море, ребята идут работать, и ребята работают, ребята меняются. Вот в этом весь смысл. Ты когда смотришь на человека, который приходит в эту организацию, в этот момент ты смотришь, что да, это в принципе, насколько я понимаю, в заместительную терапию приходят люди на финальной стадии. Ну, до речі, про стадії ми поговоримо дещо пізніше. Наші журналісти опитали городяни, запитання звучало так. Як вберегтись від наркозалежності? Пропоную послухати думки запоріжців. Нужно просто, наверное, не употреблять наркотики, общаться в правильной среде. И очень важно, конечно, воспитание в семье, я так думаю. Прежде всего, зависит от человека. Он должен знать, что такое наркотики. Вот. И даже не то, что пробовать их, а и смотреть в ту сторону не надо. Не общаться с компанией, которая вот может к этому подвинуть. Ну и, конечно же, иметь мозги. Не знаю. Друзей не слушать, наверное. Я думаю, это выбор каждого. Не нужно от этого беречься, нужно чем-то заниматься в этой жизни, развиваться.
Вы знаете, мне кажется, наверное, просто их нужно воспитывать, ну, в стиле мужества, вот больше уроков мужества. Я вважаю, що це дуже сильно залежить від батьків. Тому що ще з малку, якщо дитину зайняти спортом або мовами, наукою, вона не буде матиму часу. Повертаємося в студію. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях Павло Федько, кейс-менеджер Запорізького обласного відділення мережі «Нетворк 100% життя». Якщо у вас є запитання до Павла, ставте їх у соцмережі facebook.com, телеканал Z, або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Павло, ви так дивилися опитування, і мені здалося, що у вас виникали власні думки з цього приводу. Так що ж ви скажете, звідки береться оця наркозалежність? Хто виною в цьому? У мене таке личне мнение, що всьому виною это нехватка любви и внимания ребенку. Только подчеркну, любви и внимания, то бишь не гидроопекой, не гидролюбви. Это тоже приводит к нехорошим последствиям, когда ты сильно, грубо говоря, заносишь хвосты своему ребенку. Самое главное, чтобы если у вас растет сын, он должен знать, что у него есть отец. Отец должен быть для него примером. Девочка правильно сказала, что родители – основа всего. Если ребенок растет в любви, гармонии, он понимает, что он нужен, не надо никогда на него повышать голос, даже если он что-то сделал, ему можно спокойно это объяснить. Ну, это не завжди дается, напевно. Вы знаете, стучите в дверь, она все равно откроется, рано или поздно. Не надо прилагать чересчур усилий. Нужно к любому человеку, тем более к ребенку, можно найти подход. Почему, я думаю, еще у нас недостаточно, ну, проблема наркомании? Недостаточно информации. Вот вы как телевидение, на мой взгляд, очень мало, вообще все телевидение, очень мало социальных реклам. Их практически нету. Проблема ВИЧ-СПИДа, проблема наркомании вообще не фигурирует на экранах. Но сколько я смотрю, я, допустим, не вижу. И ну вот вы же уже у нас в студии. Ну да, это да, это очень замечательно, это очень хорошо. Далее, если мы будем пропагандировать здоровый образ жизни, это будет то, что нужно нашему обществу. Нам нужно, что здоровая молодежь, здоровые дети, тогда будет и основа, и государство, и мы все победим. Наркозалежність частково може бути спровокована особливим емоційним станом людини, несприятливим оточенням та іншими факторами. А ще існує думка, що знак зодіаку також може впливати на схильність людини до згубних звичок. А от що зірки пророкують усім знакам зодіаку на день наступний, дізнаємось далі з нашої традиційної рубрики «Гороскоп». Повертаємось в студію «Акцентів». Нагадаю, у нас в гостях Павло Федько, кейс-менеджер Запорізького обласного відділення мережі «Нетворк 100% життя». Павло, у нас є запитання від глядачів на Фейсбуці. Як зрозуміти, що людина наркозалежна? Які основні симптоми чи ознаки? Ну, здесь, мені кажется, кожен родитель должен чувствовать своего ребенка. Если мама с папой уделяет должное внимание ребенку, то это все видно, как в открытой книге. То бишь, ну, первые, какие бывают, грубо говоря, признаки. К примеру, чересчур раздражительный. Сухость во рту, расширенные либо суженные зрачки, агрессивные, депрессия, сонливые. То бишь на каждый вид наркотика свои симптомы. И если есть хоть малейшая, хоть на капельку, закрадается к вам уже мысль, что мой ребенок, что-то с ним не то, нужно брать за руку, не тянуть ни секунды времени и вести к специалистам. Специалисты у нас замечательные. В Запорожском областном наркологическом диспансере есть и анонимные лечения, прекрасные специалисты, заведующие всех отделений, это квалифицированные врачи с огромным опытом работы. Просто им честь и хвала, действительно. Я путешествовал по многим городам Украины. Я вам скажу, город Запорожье, отношение медработников к пациентам, просто как детям, как родным детям. И для них действительно каждый из них есть ребенок. Помогают, никто не отказывается. Единственный минус, что еще бывает такая вещь, начинают родители водить каким-то знахарькам, экстрасенсам, водить в эти, извините, я их назову, может быть, немножко некорректно, я называю их не реп-центры, я их называю раб-центры. Те, что якобы под псевдобогом.
где берут человека, приводят туда, и он там работает на пана. Да, он труд облагораживает, труд лечит, но а дальше что? Все. Он поработал какую-то часть времени, покинул заведение, вышел, не адаптированный ни в социуме, здесь любовь есть, а вокруг непонимание. И опять, как говорится, пришло семь разлейших, и все заново, только еще с печальным концом. Дякую вам, Павло, за вашу благородну справу, за те, що сьогодні завітали до нас з дебютом вас. Да, спасибо большое. Сподіваюсь, ваші поради допоможуть врятувати чиєсь життя. Да. Ефір «Акцентів» триває. Незабаром до нас приєднається Вікторія Матлахова, кураторка школи-переможця кінотріумфу 2017 серед лауреатів, та Вікторія Міхеєнко, кураторка школи-переможця кінотріумфа серед дебютантів. З ними поговоримо про підсумки дитячого кінофестивалю, що відбувся у нашому місті. А підсумки дня спортивного у викладі Ярослава Бардакова, який вже з'явився у студії.